Yeah.
Сердце полное, но есть одна мысль, которую хотел сказать потом, но не могу, хочу сказать сейчас уже сразу. Мы разговаривали с Алексеем, Лешей Вины, и мы вспоминали Ретто, и, ну и вы понимаете, мы не можем не говорить про Ретто, да, потому что мы были в Ретто, аминь. В основном. И не то чтобы мы хотим вернуться в Ретто, но мы не можем забыть, что мы были в Ретто. И он мне сказал, он говорит, я когда был в больнице, лежал, и я много свидетельствовал там, рассказывал про Бог, и люди меня слушали с такими глазами, говорит. И я рассказывал им про Ретто, как я жил, про эту жизнь. И людям очень понравилось, они кушали, говорит. Но потом, он мне сказал такое, но потом, говорит, я понял, что я людям проповедовал не Иисуса, а Ретто. И он расстроился даже чуть-чуть. Но то, что я хочу сказать, я ему говорю, Алексей, на самом деле ты сам не понял, что ты проповедовал. Потому что именно это ты проповедовал Иисуса. Потому что Иисус – это в первую очередь атмосфера. Потому что Библия есть сейчас много у кого, да? Но вот этой атмосферы, где есть настоящая любовь, где есть настоящее христианство, где есть настоящая дружба, где есть настоящая, аминь? И поэтому вы все здесь, потому что каждый из вас имеет это семя настоящего Иисуса Христа, который настоящий на самом деле, который не религиозный, который... Он учитель, который он учил, который он поднимал тебя через людей, через ребят, которые служили тебе, потом ты служил другим. И это и есть Иисус. Это и есть Его тело. Это и есть та атмосфера, которую Он принес. Иисус принес на землю настоящее христианство. Он не принес на землю такое христианство, где есть только один лидер, один пастор, одна правильная церковь или еще что-то. Он так сделал специально, чтобы, когда он умер, он был во всех сразу. Чтобы, помните, когда был такой момент, когда пришли, по-моему, эллины к Андрею, и они сказали, познакомь нас с Иисусом. И они пошли и сказали, Иисус, тут хотят с тобой познакомиться. Иисус говорит, настало время семени умирать. Потому что если семя умирает, оно остается одно. Но если оно умирает, оно
Его будет много, оно будет везде. Иисус, Он не мог, когда ходил по земле, всем дать эту любовь сразу. Потому что Бог, Он хочет всем дать свою любовь настоящую. Но Иисус так все сделал для того, чтобы размножить Себя через учеников, через Своих учеников. И Он это сделал. И поэтому христианство настоящее, оно во многих, оно в атмосфере. Оно не только вот в Библии, потому что, как я уже сказал, Библия, она многим открыта, многие могут ее читать, но именно атмосфера, настоящая атмосфера любви, это и есть настоящее христианство. И мы сейчас с вами стоим на таком моменте, мы сейчас с вами все люди от 30 до 50, это наше поколение, это наше время для того, чтобы просто жить на этой земле. Мы с вами участвуем в истории, как хотите вы того или не хотите. И как бы в этом и есть как бы смысл твоей жизни. Что ты оставишь после себя? Как ты вообще будешь жить? Что ты хочешь вообще? Ты хочешь просто прожить свою жизнь так, чтобы просто побольше купить, побольше съездить, посмотреть, вырастить, может быть, детей? Или ты хочешь что-то больше? И Иисус, Он для этого пришел, чтобы мы смогли просто в своей жизни войти в свою полноту, войти в то, кто мы есть на самом деле, для чего Бог нас сделал, то, что говорил вчера Феликс. На самом деле для меня было подтверждение, я переживал чуть-чуть, но как я думал, Феликс говорит по-испански, и когда я его позвал на конференцию, я так думал, ну мне надо побольше поговорить с Феликсом, чтобы чуть-чуть передать ему видение, чтобы как бы он готовился правильно, дать ему направление. Но я потом думаю, ну пускай Бог он сам знает. И Бог дает сам. И когда Феликс вчера начал говорить, он сказал один стих, который 2 года в моей, или 3 года в моем сердце просто живет, и, грубо говоря, вот благодаря, наверное, этому стиху все здесь сейчас происходит. И Феликс сказал, что вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих. И когда первый раз прочитал этот стих или второй, что-то меня затронулось, но я не понял, что это. Я говорил многим людям про этот стих, они тоже, ну мы не знаем, что это, как это, что это, какая тварь, да, ожидает откровения Сынов Божьих. Но на самом, и там написано, что вся тварь, да, все творение, да, вы понимаете, что слово тварь, оно положительное. Все творение, что сотворил Бог, оно ждет, просто ждет, пока дети Божьи, они просто войдут в себя. Войдут в себя в нужном количестве для того, чтобы влиять на этот мир, на это творение. Потому что, если это не происходит, мы убиваем нашу землю. Мы выкачиваем из нее все, для чего? Только для того, чтобы кушать, покупать, продавать, убивать, воевать, делить. Ну, жить как животные, потребительские. И поэтому творение, оно ждет, пока дети Божьи, они придут в свою силу, и они получат это откровение от Бога, как нужно жить на этой земле по-настоящему. Потому что по-настоящему жить на этой земле – это любовь. А любовь – это отдавать. Это не всегда приобретать. Это не только все для себя. Иисус сказал, что блаженнее давать, нежели получать. Но мы в это не верим, да? Не, ну мы верим только, когда мы в церковь приходим. Но когда мы живем, мы в это не верим. Это трудно поверить, как это может быть. Потому что лучше получать, лучше для себя. И эта конференция, она называется «Обновление». Да? У нас есть такой логотип. Мы верим, что Бог нам дал это откровение, чтобы сделать именно обновление. И вы видите, как выглядит, да, этот символ.
Я просто вначале хотел бы объяснить, что это значит. Ну, я думаю, что половину ясно, да? Что внизу это книга, это Слово Божье, шарик это мир, и белый корабль это откровение Сынов Божьих. Это Иисус. Это Иисус в нас. Это Иисус через людей. Иисус не приходит больше как человек. Иисус хочет прийти как много сынов Божьих. И в этом есть обновление. И мы уже сейчас имеем вот это тоже понимание, ответственность. В каждом из нас есть семя Его. Поэтому, опять же говорю, вы здесь. Вы здесь только по одной причине, что семя Его, оно еще имеет свою силу внутри вас. Пускай оно в твоей плоти, да? Пускай оно тебе кажется, что оно почти не имеет силы, но семя оно для того семя, что оно должно умирать, и потом начинается другая жизнь. И вот это вот представление, что как она должна быть, христианская жизнь, мы все уже должны чуть-чуть сломать. Что христианская эта жизнь, может быть, мы думали, что это всегда идти правильно, прямо, только наверх, только вперед. Но немного кто здесь может этим похвастаться, что все мы идем вперед и только прямо. Поэтому нам нужно обновление. И здесь есть стих, послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. То, что там написано, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И потому что, что я здесь увидел? Здесь написано, не сообразуйтесь с веком сим. И я вот в своем представлении, старом таком религиозном чуть-чуть, христианском представлении, я раньше бы думал, не сообразуйся с веком сим, но очищай все время себя, поступай правильно, не перепутывай, может, ну да, то есть храни себя, ходи в церковь. Сейчас христианство, люди считают себя христианами, потому что они говорят, ну я в церковь хожу. И это определение христианина, я хожу в церковь. Другое определение это, я хожу в церковь и играю на барабанах. Третье определение, я хожу в церковь, я помощник пастора. Но настоящее христианство, оно и настоящее не сообразуйтесь с веком сим. Это говорю, это не плотское усилие такое, но это именно обновление ума. Это когда ты позволяешь Богу наполнить твою жизнь новыми откровениями, свежими откровениями, настоящим смыслом. Это есть обновление ума. Это то, что нам нужно в первую очередь всегда, на каждом этапе нашей жизни. Просто кто-то забыл, как это чувствуется, да, как это выглядит, как это вкусно. Но это самое главное, всегда иметь это обновление, обновление, на каком бы этапе мы ни находились. Поэтому вот я хотел бы открыть эту конференцию именно с этого, чтобы мы задумались, что нам всем нужно обновление нашего ума. Для того, чтобы просто Бог мог говорить, для того, чтобы настоящий смысл, он пришел в нашу жизнь. И я хотел бы начать сегодняшнюю конференцию с одной песни, которая называется «Возвел глаза мои к небу». Помните, да, эту песню? И я случайно, я не знал, откуда эти стихи, я думал, это псалом. Но недавно я прочитал книгу Даниила. И это слова одного царя, великого царя, который они израильтян взяли в рабство, и тогда это был просто царь мира. Не помню, как его звали, Дарий или, может быть, Навуходоносор, не столь важно. Но этот царь был на пике своей жизни, у него было все хорошо, и вдруг ему приснился сон, что он увидел дерево, которое срубили, остался только корень. И он не понял, он испугался, он позвал Даниила. Даниил ему рассказал, что это будет с ним, что он будет забран от людей, и что он семь времен будет жить, как животное.
что его тело, оно будет орошаться водою, что он будет питаться травою и жить вместе с животными. И так произошло, и он жил. И вот когда это время подошло к концу, написано, вот он сказал эти строки: «И возвел глаза мои к небу», и так далее. И это то, с чего началось его, ну, превращение в человека. Потому что, ну, на самом деле, вот так вот часто бывает. Не знаю, до какой степени у кого как бывает, да? Но что такое, когда он был как животное? Это вот, опять же, да, о том, что он жил только вокруг себя, видел то, что вокруг, видел то, что внизу. И он был царь, у него... Он достиг такого положения, что он уже не было, как бы, в его представлении ничего выше. Он всегда только смотрел, вот у него был народ, его царство, он всегда только смотрел вниз. И куда мы смотрим в своей жизни? Как вот мы на самом деле смотрим? Я не говорю про глаза, я говорю про сердце. Я говорю, действительно ли мы осознаем, что Бог, Он живой? Что настоящая жизнь, она у Него в руках? Что настоящая жизнь, она не быть как животное, только кушать, только размножаться, только охотиться, только добывать, только разные вещи. И он еще мычал, как животное. Но когда он возвел свои глаза, он перестал быть животным. Поэтому еще один призыв на эту конференцию, чтобы мы вот, ну действительно, обновление это в том, когда мы действительно в своем сердце вот просто посмотрим на Бога. Просто поймем эту молитву, которую сказал Иисус, что пускай царство Твое, оно будет как на небе, так и здесь на земле. Потому что это самое лучшее царство. Это то, что нам действительно нужно. Как бы нам ни казалось, что вот мы, нам нужно то, нам нужно это. Просто подумайте, просто оцените, потому что время еще есть. Потому что вы поколение, у которого еще есть силы. Потому что когда, может быть, придет время, и ты будешь старый, ты все поймешь, но у тебя уже не будет сил, чтобы что-то делать по-настоящему для Бога. По-настоящему со смыслом. По-настоящему что-то такое, за что тебе не будет потом стыдно. И ты просто будешь старенький и довольный, что... Ты имел эту возможность, что ты однажды все-таки прислушался, что ты возвел свои глаза к небу. Аминь? Ну, вы не утоните только. Поэтому конференция только начинается. И просто давайте искать Бога, давайте открывать свое сердце, давайте убирать свои стереотипы, кто как привык, кто что думает. Давайте убирать вот эти заботы, потому что я знаю, кто-то все равно пришел сюда, но он говорит, я побуду одно-два собрания, и потом можно я ухожу. Я говорю, ну, конечно, можно. Но получи, что есть у Бога для тебя полностью. Стань человеком. Перестань жить вот только вокруг и только вниз. Аминь. Давайте мы будем молиться, я хотел бы немножко с вами помолиться. Великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты просто живой Бог, за то, что Ты реальный. За то, что откровения Твои, они наполняют мою жизнь, Иисус. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за сегодняшний день. Я благодарю Тебя за каждого человека, который сегодня есть здесь. Я прошу Тебя просто Твоего отцовского благословения. Я прошу Тебя, Иисус, Твоего помазания. То, что Твое присутствие, оно просто наполнило нас. Чтобы просто мы в своих сердцах действительно прозрели. Потому что Ты сказал, что Ты пришел, чтобы слепые прозрели. Потому что Ты пришел для того, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Потому что Ты пришел для того, чтобы отпустить измученных на свободу. И я прошу Тебя, чтобы это происходило действительно реально. Потому что
вся власть, она у тебя. Ты все сделал для этого, Иисус. Ты победил все, тебе вся слава. Ты царь царей, Господь всех господствующих. Ты просто благослови нас сегодня. Благослови весь дальнейший ход этой конференции. Благослови проповедующих Твое Слово. Ты наш Царь, мы Тебе поклоняемся, Господь. Аллилуйя. Аминь. Меня зовите.